Ну, во флудилку не отвечает, в личку тоже. Видимо, еще ребутается. Что-то, блядь, не до... То, что он там работает. Столько времени-то. Короче, Квас здесь? Ну да. Короче, смотри. Твоя платформа будет второй. Вот это. Слева Сразу. направо. Ну, сейчас скажу. На звездочку смотрим. Так. Хилов сейчас поставлю. Вот. Твоя платформа будет вторая слева. Вот здесь. Вероятнее всего здесь выпадет Сагро. Так что придется потаунтить. Но она тебе будет... Мне проще, мне не таунт нужен от Т5 отдавать подкаст под Не конец дашь сейчас. ты... Тебе будет до задницы твоя Т5 там. Объясню почему. Потому что на тебя повесится дебаф на минус мах урон. То есть это самый галимый, блять, моб. Там просто надо в крик давать таунт. Проебешься, типа... Будет ложить дамагеров. Или Два хилов. дебафа не появится, а так хотя бы дебаф. Дальше этот хилы, которые стоят в звездочке. Полина, Холи, Пал и Мосса. Как обычно, все выживаемость и тому подобное. Я скекаюсь туда. Смотрите. Что касается по поводу вас. У вас основная задача будет хилить, подхиливать кого-то. И хилить вот эту вот платформу, где я стою, последнюю, ну, первую слева. Здесь будет стоять монород. Его надо будет хилить. Я разделю танков 2 плюс 2, типа. А, то есть сам стану на вторую платформу, Войт станет на первую. А, почему так сделаю? Типа, меня на второй платформе придется меньше гораздо хилить, чем Войда на первой. То есть челу, которые будут стоять. Хилить по рейду и Войда, им надо будет хилить только Войда и рейд. То есть меня там, по сути дела, по минимуму просите, надо будет прохиливать. То же самое и вам, там надо будет стоять по минимуму кого-то, подхиливать и полностью оверхилить Монорота. То есть у вас что с одной, что с другой стороны, одного танка будет нормально просаживать, второго будет вообще практически не просаживать. То есть даже с условием того, что второй танк может стаки сам скинуть. Этот. Дальше. По поводу хилов. Справа. Прости. Шторы. И. Кто? И Элбрил, получается. Вы в этом втроем хилите. А кто здесь стоит, друзья? В звезде Мосса, как обычно. Во. Здесь печеньки. Сначала по диспелу до второй платформы и на второй платформе включительно маги работают. То есть в любом случае вы там по диспелу смотрите. Потом, когда я с второй платформы освобожусь, справа побегу, поменяю монорота, монорот сместится на рейд. Тогда уже можете не смотреть за диспелом, потому что монород будет диспелить. Ну, то есть вы можете смотреть, если у вас есть глыба, грубо говоря, да, то смотрите за диспелом. Можете продиспелить по-быстрому и глыбы снять, чтобы было проще и монороду легче, и рейду проще. Приоритет сначала хилы, потом РДД. И по-быстрому. Твой проебанный диспел это минус ДПС или ХПС рейда. И на ком дебаф, по ним летит больше урона от взрыва. Этот, по поводу вообще контроля. Жена. Сюда за мной иди. Где жена? Вообще здесь. Он в коте, вон бежит, бежит, ты чё? Погнали. Смотри, твоя основная задача. Мобы появляются здесь, которые на первом Фениксе. На их можешь положить хуй. Тут вообще похер. Дальше.
На втором Фениксе, блядь, главное пережить второго. На втором Фениксе появятся мобы сначала примерно где-то здесь. Видишь? Вот здесь мобы появятся. Маги сразу Фростнову не давайте. Можете их замедлить, но Фростнову сразу не давайте по этим ебучим мобам. Вторые мобы появятся здесь. Твоя основная задача, так как ты будешь стоять примерно где-то вот здесь, подбежать вот сюда и по дальним мобам дать тайфун, чтобы они отлетели ровно вот сюда в стену, блядь, подальше. Первым мобам по первой пачке мобов не надо давать тайфун. Там останется 5 мобов, 5 мобов, 2 лока дадут бан в этих 5 мобов, останется 3 моба. То есть где-то, грубо говоря, там пересечем 5-секундным станом и чем-то еще одного. И зайдет только 2 моба, потом зайдет 3, потом зайдут 2 с бана, локи как раз перебанят дальних, и там останется еще 3 моба, то есть ты там где-то можешь корни дать и тому подобное. И этот, на третьей платформе, получается, пошли. Сейчас покажу. На третьей платформе. Весь рейд будет стоять вот здесь, грубо. Сейчас покажу. Первая лужа. Будут вот здесь стоять. Вот, первые лужи будут здесь. Вторые лужи будут здесь. Что делаешь ты? Подходишь, грубо говоря, вот сюда. И половину с этих мобов отталкиваешь назад. Тут будет находиться анкил, даст Blizzard. Или этот, ну, замедлит. Останется 5 мобов, которые вот здесь. Они будут идти в этого, в мелкого. Тут 2 бана лока, плюс там дополнительный контроль. Может быть от хантов где-то что-то замедлить. Или ты даже можешь развернуться и дать корни по одному мобу, который здесь. Плюс мерч. Там 2 моба зайдут, не критично. Тут уже будет весь рейд. Убиваем дальше этого. Сдвигаешься дальше сюда. За звездочку, да, вот здесь где-то стоите, бьете. Появились первые 5 мобов здесь. Появились вторые 5 мобов здесь. Этих 5 мобов можешь к боссу пускать. Дальних мобов, которые вот здесь появились, ты откидываешь стену в направлении, блядь, вот этом. То есть приходишь, у тебя основная задача, это просто... Вот появляется 10 мобов, 5-5. 5 мобов дальних, которые появляются, просто откинуть, чтобы они дольше шли. И в этот момент, когда появляются 10 мобов, не надо сразу давать этот заморозку. А когда мы в прошлый раз Алару убили, Сова тоже откидывала? Да. Да. Там и Эли мы откидывали, и Совы откидывали, кто только не откидывал. Чё там по Монороту? Монорот... Блять, в Дискорде вообще нет. Да вон он все никак не может на сервер попасть, у меня там установка соединения, выкидывает. Мысли, блядь. Всех работает, у него одного не работает. А это все ваше заседание на X3. Да не было обновлений на лаунч. Да просто, блять, это бывает такая хуйня. Я, блять, просто ребутаю роутер, блять, и все, у меня все отлично работает. Ну, вон он в игре уже вроде как. В игре? Персонаж висит онлайн. Вроде как, да. А, пишет, выкинуло. Это роутер, блядь, надо перезагрузить просто, и все, блядь. Бывает такая хуйня. Типа, у меня была такая хуйня, роутер перезагружал, и все было ровно. Такс.
Как кидаю с лобиком. Пока что. Сейчас мой народ еще раз сойдет. Надеюсь, исправит. Целый час сбора, блин. Кто-то не может зайти, еще что-то, блядь, лагает. Не может, блядь, никак. Зашел. Короче, ладно. Там народ исправляет, там всю хуйню, эту лицензию здесь. Да. Заходи. Привет. Медведи? Да. Заебало ждать. Долорес тоже заходи. Маните всех сюда. В принципе, тут дохуя тебя знать не надо. Продержаться, пока первого убьют, блять, на танке. Всё. На второй фазе, а потом сместишься в рейд и будешь просто дисплейлить. Мне пишет принять КД 0 из 0. Принимай, это нормально. Лага, возьми огонь. У нас же роботы. Кому там, кого нету еще? Рыбу ставь только. Сейчас на секунду отойду.
Сколько у силков хп кидать? Как обычно. 150? Ну, смотря кому. Я же я 200 закинула, чтоб на платформе выжить. Хилам, которые стоят слева, в звездочке, то есть Холли, Пал, Полина и Мосса, я бы посоветовал вообще все нахуй усилки закинуть с выживаемостью. У меня с прошлого раза было 200 выживаемости. Ну, смотрите сами. Че, там, там должны быть таланты по-другому расставлены, поэтому ты выжил. Да, мне таланты подала раз специально. Этот, Луцин здесь? Луцин. Меня слышно вообще? Да. Что там с Луцинем? Ты здесь вообще, нет? Говорил, минутку отойдет. Я тут. А шторы вышел. Ага, че, видишь звездочку? Что со шторы? Шторы здесь? Короче, на второй фазе. Стоишь здесь. Танчишь вот этого мелкого. Преимущество на заднице в сторону хилов. Если он будет с фером, значит от него отворачиваешься, когда крик идет. Угу. Увидел каст крика, отвернулся задницей. Дальше стоишь, хуяришь. Короче, там убьется первый, тебе тут недолго стоять. Там убьется первый, потом, когда Войт меня сменит на второй платформе, я приду его у тебя заберу. Угу. Ты побежишь в рейд и будешь диспелить в рейде дебаф. Окей. Будешь стоять вместе с рейдом и диспелить. Плюс будешь помогать где-то что-то какого-то моба законтролить. Плюс там БР, плюс Иннер, если по надобности контролить, нужен будет. Контролить только вихрями или только корнями? Чем? Без разницы, чем угодно. Лё, хочу принципиально его на последний ставить. А там, что такое? Ну, типа, тебе ближе будет перебежать с этой платформы на эту. А не через платформу его поменять. Сетап Феникс. 4 сетапа Феникс. В любом случае, его принципиально ставить, блядь, на последнюю платформу. Не, имею в виду, ты же на второй будешь, да? Вот на первой ты на второй. С этой стороны. Ну. И тебе, получается, через ту платформу еще нет. Я под ступнями быстро туда добегу, не так. Ну, факт в том, что там, понимаешь, позиционка фениксов, она всегда одинаковая. Даю проверку на баф, на пул. Сопроты обязательно. Лапку жмякните. На первой фазе Луцин, ты это, стоишь, Мосе помогаешь диспелить. Приоритет сначала РДД, хилы, вот ваш приоритет. Мосса приоритет хилы, ты приоритет РДД. Все, все здесь, все готовы, погнали. Леха, а Войда можешь с рейда кикнуть? Это он у меня в тонкой группе мертвый, ну это, в офлайне висит. Сейчас уже не могу. Босса спудили, не буду. С правой стороны РДД нету вообще. Почему? Все стоят в одном месте. Дерех давится. Сразу все. Каст. Прибежали. Вот и, блядь, перья словили. Вот все и взяли с лобика. Лёх, мы стоим сзади РДД и выбегаем по диагонали вперед. Блядь, направо. Милу ценим с лобик. Первая попытка просто удалась. Силы отсюда достают левую группу, которая в центре стоит. Блять, РДД, встаньте вон, где Мозер стоит, с той стороны, блять, частично. Меньше вариантов сдохнуть будет, каст. Перебежали. Вот, сейчас снова он чуть, блядь, не отъехал, сейчас отъедет. Я же диспелю первую фазу, правильно? И ты, и Моз. Контролим обо.
чувствую, блядь, вагончика взяли такого, что, блядь, бесполезно. Ты пожалуйста, диспельте с хила. Мосса, где диспел? Прохильте Моссу. Мосса не видел. Я его не достаю. Он вылез, походу. Уложимся, нет, в смысле. Снова хил. Я смотрю, диспелится ДД, еще ДД, еще ДД. На мне дебаф висит и висит, че. Мосса, что с тобой? Что мне затягивает? Слабик. Начисли ему 250. Это человек, может, интернет отвалился. No, там вот сын еще диспелил помимо. Ему сказали РДД диспелить, он не диспелил. Вага, слабику 250. Ты посмотрел хоть видос, блядь, перед боссом? Что тебе надо делать? Как надо делать? Не просто на похую пришел. А народ там внизу. Давай, мастрес. БР всрали. Вторая фаза. На первой фазе, блядь, смертей вообще не должно быть. Смерти на первой фазе, это вайп второй фазы. Преждевременно. Чем, блядь, более вы разрозненно стоите, тем меньше вариантов, что вас, блядь, сука, убьют перья. Вы это понимаете? Лёх, если они встанут справа впереди, куда хилам бежать? Там милишники разольют, и мы будем зажаты между лужами просто-напросто. Если мы станем справа, вот дальше, вот сюда, то мы тех, кто стоит в центре, с левой стороны, мы их не достаем хилить. Лёх, можно я попробую релокнуть, но может получше статься будет? Этот, вибал. И Войда убери, пожалуйста, Лёх, с рейда. Минуту. Полторы, наверное. Можно? Блять, я чё, буду каждый пол, блять, ждать под хуй знает сколько времени? Библ здесь. Я захожу. Ну. Я не буду ждать каждый пол тысячу, блять, по две минуты. Так, блять, сидим уже сколько времени. Нихуя не делаю. Библ, что не хватает? Лапу, каску. Лапу, каску дать. Все. Сейчас доедаю. Все готово, давай, чё. Метку бы еще нам надал. Дадим. Раз. Прибежали. Не тупите с перебеганием. Нага на тебя лидер же висит, да? Да. Ой, да ассист. Делорусу ассист. Лок. На лок есть. Войду еще. Войду тоже есть, ща баблу дам. Пабло, сам на себя метку поставишь. Прибежал. Почему босс? Ты затанцил обратно? Нет, ты просто танцил и навозил промазал. Бывает, поехали. Там этот... Одного вижу. Вел на пару метров. Да, идут. Два штука. Навоз-то парнивой-то. Вижу. Каст пошел. Перебежали. Пускай идут там мобы, блядь. Что долго вообще. Два. Двоих там стопорнить, а. Второй.
Так, еще эти тоже пускай заходят два. Одного стопор нити. Забирай. Что долго ты забираешь? Ну, как раз пошел. Как баф стал. Прибежали. Все, погнали дальше, дамажим. Пускай идут мобы, там уже два стака пропало, вот эти пускай два идут, посередине которых замедлить. Этого не надо было в банке дать, он как раз бы дошел по времени. Все, пускай идут эти два моба, крестика уберите нахуй бан. Корни хуевые. Раз, прибежали. Пускай идут два моба, одного застаню сам. Не трогаю. Проведи немножко. Все нормально. Забрал босс. Респелем. Таст пошел. Прибежали. РДД, старайтесь подальше держаться. Больше вариантов будет перебежать. Где там слобик? Зря забанили. Пускай эти два идут. Первых двух подходящих не трогайте вообще. Лагает? Нет. Все отвисло. Каст пошел. Перебежали. Три моба, да? Пускай идут два моба. Двух задних. Замедлить. Вот сегодня тебя сопрот выпьет. Нет. Выпьет. Каст. Перебежали. Пайл Брилейнер можно закинуть. Активнее босса бьем. И минуты до берсе, вы там что-то это, блять, вообще нихуя не бьете. Атакой хуярить. Два пускай эти заходят. Все, и эти пускай два идут в следующее. Одного замедлю сам. Перебежали. Два тоже пускай идут, забираю босс. Раз. Перебежали. Процентаж. Сколько там процентов? 10. Стопайте. Одного стопните. Будем переводить после каста перьев. Стопайте, не бейте никто. Пройдет каст перьев, только тогда будем переводить. Анкил, ты с Луцини заберешь стайки? Или мне забрать? Давай ты лучше забери. Мобы это самое, идут хуево как-то, хуй знает, блять. Видишь, одновременно все хотят взорваться. Каст еще. Перев. Добро. Ну бегите. Блядь. На электро. Все нормально. Переводим вас. Все, пошли на фазу. Бежим, бежим, активнее. Уже полка ста прошло. Речист, я пойду спалю пока.
условий проебался. Бьем мелкого. У меня слабость. Третья. У меня усталость. Это что? Вторая. Это у тебя эфир. Отвернулся, да? Эфир вовремя. Да, когда крик будет феникса, ты просто отворачиваешься. Раз пошел. Перебежали. Это нового вообще не в тему. Пускай там один мопчик заходит. Два зашло, просить проще. То есть стакая, да, на цвет хуйни? Перебежал. Ну, цене там усиливайте. У нас один. На Алекс плюс пэль. Ой, три. Чё там у вас по первому? Добивайте активно. Сейчас полегче станет. Добьет первого, будет легче. Каст пошел. Тут цинь падает, просто невероятно. Да. Это нормально. Сейчас будет легче. Все. На втором. У нас Агрон. Двое. У нас двое. Агрон на втором. Забирай воид, я побежал. Мобы идут, контроль. Мобов там контроль, тебе этот, блядь, как его. Шторы подними, Мозера. Два взорвалось, смотрите за этим. Кого-то прохиливайте, сейчас лоциня заберу, будет проще. Главное контроль Мозера бафами. Смотри, Лёха, у тебя с первым. Прибежали. Прибежали. Сюда. Метку. Метку. Эти маны. Фир не ловить так. Масса. Чё, я сдох по тому виду? Гимну хп отдал. Не ловите только фир. Здравствуйте. У меня нет маны, масса. Прибежали. Сейчас контроль надо будет дать. Контрольте. Аня, где контроль? Если что, баб, это скину бабам стаки, если будет. Купол, да? А, ну. Себя главное хилой прохиливается. Элбрал, есть купол? Я скажу тогда. Красный стачка. Раз. Бросил стачку. Меня можете еще. У нас две лужи, у нас два моба зайдет. Ваши все должны быть в контроле. На третьем что? Фир! Фир на четвертом. Тут стоп-каст, да? Да, тут стоп-каст. Не забирать у кого-то или нет? Да, забери у кого-то, кого-то. Фири идет. Каст идет. Свод забери с последнего. Бежали. Ты в метке. Блядь. Я в тексты упал. Моба. Контроль мобов. Маги. Два моба заходим. Там на мобов контроль, типа больше ничего тут не упасть. Долоруса подними же, наверное. Мобы идут, заходят. Йога, дай купол. Купол, дай. Кила прохильте. Сместитесь, он кила прохильте. Каст идет. Прибежали. Контрольте мобов, кто-то из мага. Резист. Шесть стаков, вы чё там, блядь? Не откинуть нихуя не можете? Слишком сложно. Анкила, говорю, просите. Где прохил по анкилу? Хилы, блядь, вы вообще нормальные, нет? Стоит анкил сзади, контролит моба, блядь.
Ни один хил его не подхилил. Вообще, блядь, ноль хила. Я, может, далеко, кстати, был? Хуй его знает. Ну, блядь, ноль хила по тебе было просто. Может, плюс он не вставал. Плюс Луциня. Луциня, где прохил вообще? Луцини вообще просто, он как тряпка у него. ХП скочит просто невероятное. Да, блядь, это пока первого убивают. Ничего страшного, продержитесь там, пока первого так он, убивают. Он уже без аграбы, он просто побежал и сдох. Он был вне это таргета был... хилов. А чё ты не хочешь? Он, смотри, вот он подыхает, ты поставь его, где ты стоял, типа, ты свечни с ним. Ты нормально скажи, вот я тебе говорю про другого. На первом убийстве так же было. Тебя, смотри, тебя хилит просто больше, чем меня. Меня там прохиливать особо мало надо. Дальше. Я могу стаки сбросить, если что, и тому подобное. То же самое там на этой платформе. Хилы хилят только Луциня. Кого-то практически Луцинь, они не сильны. Лёша, услышь меня, Луцинь сдох, когда сбежал от таргета хилов. На нем уже не было миника. Он сдох, когда мимо меня пробегал. Да, услышь меня, пожалуйста. Где на место слабика заходит? Это шаман тотем ставит? Конечно. Оков земли, который, конечно, ставлю. И отбрасываю румну. Там, по-моему, мне оковы надо. Вторая фаза. Здесь а что-то быстрее делать и... Да, ты знаешь почему? Потому что, блядь, у нас друид отвалится. Оковы земли? Вторая фаза еще аура паладиновская, иначе беда полная. Что-то ее не видно. Или она там где кова танчит, или какого она? Бухали пол. А он там на первой. Надо еще в рейде, чтобы она была. Когда ваги надо будет забрать. А ваги надо... А просто надо ставить тотем на огонь. Я не понял, а почему танк был без саппорта? Я вообще не понял. Саппорта. А сказать это? Попросить я у кого-нибудь? Взял. Так я ж... Я ты вообще... же понимаешь, тебя сложно хилить было именно вследствие этого. Да. Так а чё ты идёшь на босса, блядь, без саппорта вообще? Что это за херотень полнейшая? Ты я идёшь вокруг меня, блядь, на босса я... без саппорта. Я думаю, что он у меня в паке есть, а открываю уже. Ну, кинь мне обмен, я тебе дам. Взял, ладно, взял, ладно, взял. Проебался, ничего страшного. Да, сорян. Я сейчас взял. Проверку на чего ты делаешь? Все посмотрели, саппроты, блядь. Кто-то не обосрался на бой. Проверь, ставьте шкаф. Чё там, шкаф, давайте. Шкаф, какой чарки? Еще раз. Локи, поставьте огурцы, пусть возьмут кто-нибудь там на перебежке сожрет. А, забывают все равно про огурцы про эти. Лапки нету. Сколько третьему сняли? Да немного. 50? Там где-то пол шуфы. А Гера была на третьем? Не, Гера на четвертом. У нас стаб хуёво выпал, четвертый с фером, блин. Там если в мили заходят аби... Лёха, мы тебя ждем. Первая фаза довольно-таки быстро переходит. Что, я тоже курить иду? Я уже иду, я уже возле компа. Этот. Во, пока ты идешь, я релогнусь быстренько. Короче, Гена, поконтролишь там нормально. Гена вообще должен покомандовать. Я не а холипал находится где? Слева. Там, в первая, вторая платформа. Ну, блядь, я типа могу сосредоточение вас. Мастер аур на огонь периодически спасает. Гена, ты с голосом? Я понимаю. Просто этот, ты ставь, а если надо мастер аур на огонь тыкнешь, мастер аур нажмешь. Гена. Перед. Перефаза и не забирай с Луциня стаки. Я с него заберу полный. А чтоб ты покомандовал просто. Этот Нелик здесь? Готов? Панда, готова, нет? Панда.
Все готовы, поехали. Чё? Кто пыльнул? Чё это за херня была? Сука, припот не дали выпить. Кучнее становимся, Филипп. Аст. Перебежали. Пиздец. Мин. Блять, какой еще раз вам сказать, чтобы вы, сука, вместе все не стояли, блядь? Просто босс прям под нами стоял. Ну, рейд. Ну, блять, а вы отойти не можете? Поднимай, блять, этот шторм. КД, блять, каст. Хитим. Луцей не откатился, нет? Да. Поднимай. Надеюсь, не под взрыв мобов станешь. Вставай, вот сейчас. Чтоб тебя могли прохилить. Бафу дайте по нему. Раст пошел. Перебежали. Одного стопора нет, да, вот, нормально. Как раз снимется, они дойдут. Все, пускай доходится. Забрал. Каст. Локи. Проводи. Нахуя мобов. Пускай спадут стаки. Все нормально. Пускай доход пройдет. Проводи. Каст пошел. Перебежал. Забираю босс. Перебежали. Два моба справа, не контроль. Лорки прохил. Чё, блядь, случилось? Поднимай шторы. Два пускай доходят, два в бане стоят. Мира, разрывайте гимн. Проводи. Третий, четвертый. Ты чё, блядь, не смотришь вообще за мобами? А с кем закидывал? Проводи. Пускай два доходят. Зря вы их перед боссом так замедляете, кончено.
Через 8 секунд заберу. Каст пошел. Забираю вас. Два пускай доходят, вот эти тех пока что. Не надо там давать эти свои, какого есть у Ольга. Каст пошел. Перебежали. Народ, два моба, блядь, не взорвалось. Стопаем. Уже много. Пять секунд забер. Бегайте в лужи, гляньте монт. 10%. Надо мобов подождать каста. Вот каст пошел, пускай мобы по чуть-чуть заходят. Прибежали. Еще два моба должно зайти. Дал массакру. Пускай заходят, куда вы замедляете? Переводите босса. А ты забираешь? В банах пускай стоят, сколько там мобов? Три? Нормально. Шли на фазу. Прохилить надо будет немножко. С рейдом кто бегает? Полина или Простя? Простя. Простя, тотем от огня на всякий случай. Возможности. Когда много заходит, говорите, мы будем прожиматься. Рассеянность. На слабость первая. Второй осталось. Второй с хром. Третий агро. Рассеянность это что? Ты особо ветер. Раз пошел. Прибежать. Синя там хитил больше. У нас один. Нас заходит. Топница наш. Рейд поднимите на холм. Крик. Маба зашла. Прибежали. Раз. Что у вас там по первому флагу? Два. Смотрите, следующий сфером. Аккуратно только. Перебежали. Вы умрете. Фер прошел только что, Войд забирай. Иду, иду. Чё-то не очень вы раскидали. Фер. Фер. Станьте кучнее. Войда там хилится только. Фир. Каст пошел. Готовьтесь. Прибежали. У меня нет, тут хилится мой. У нас один. Лежал на рейке, стоит. Фир. На резисте спали. Каст идет. Перебежали. Перебежали. Там обасило, чего откидывает там? Не знаю. Контроль. 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 Контроль
Контроль дохуя. Пир. Элбер, если чё, купол. Осторожно, блядь, могу. Фир. Каст, перьев. Перебежали. Контрольте, контрольте. Брат, если что, стак. Край лужи подойдите, чтоб лучше контролить. Стопорите их. Третий чем? Стойте, стойте, Скоро. Стойте на месте. На месте стоим. Побежали. Забираю кого. Ты зачем пир? Не трогай. Дима его заберет. Мобы, моба в контроль. Чё, последнего забрать? Там взорвутся, там моб. Моба, чё, купайте моб. Мост спросил. Калат, забери, блядь, моего. Я забрал. Моба в контроль, забрать скиньте их, всего чехла. Упал. Элбрил, дай. Поздно. Бежали. Идеально. Вот где ебучие откидывания, народ. Мобы, блядь, съебени. Просто дошли. Ты лагаешь. Лёша, тебя не слышно, ты лагаешь. Сейчас нормально слышно? Да. Мобы, блядь, дошли со второй платформы, блядь. Без замедления, блядь, вообще дошли, блядь, просто как на прогулочке со скоростью обычной, блядь. Дошли до этого. Где, блядь, было откидывание? Где было, блядь, замедление? Где был прохил по анкилу, блядь? Если анкил дохнет, все, резит, не можешь позамедлять. Где была лужа шамановская, которая замедляет? Может быть, сове не надо дальних откидывать? Мобы просто прошли, блядь, как на этом, знаешь. Вообще ноль контроля. То есть ни один не откинул, блядь. Вот этих пришли на третью платформу, ни одного откидывания, ни одного, блядь, этого, ни одного замедления, нихуя. Мобы со второй платформы просто, блядь, прогулочкой прошли, блядь, к третьей. Ничего не было. Было пару корней, блядь, и было, блядь, баны были. Все, больше никуда не было. Если анкил дохнет, резист, неужели сложно, блядь, отвернуться назад и, блядь, постопать мобов, дать новую, блядь, дать, блядь, это, замедление, блядь. Особо от мили-зоны откидывайте. Бежите в мили-зоны, оттуда откидывайте, как делал это в прошлый раз Кирс. Именно от мили-зоны. Ну, в чем сложность подбежать, блядь, этому и откинуть, блядь? Давайте реально сова не будет дальних откидывать, потому что она их откидывает, они разлетаются, и это еще сложнее становится контролировать. Просто они появляются, две аккуратных пачки, ближняя и дальняя. Я бы дальнюю контролил, а так сова их раскидывает, они веером становятся и капец. Меня выбрасывает из-за... Так, да, я у Фроста еще спек. На толку у тебя ДПС нет во Фросте. Так хоть в эту фаере ДПС есть, вау. Я сейчас специально держал кучу стаков, чтобы... Как бы ДПС хватает. Чем больше ДПС, тем легче заливаются, блять, мелкие. Чем меньше мобов. Ну, на первой фазе не дохнут. Я не понимаю, что ДПС хватает. Стопните, остановитесь за секунду до конца, посмотрите и побегите спокойно. Клавер разбил. Листобаф, лапу. Все, что очень кривой. Не пускает в игру. Жди. Да пул кривой, это не мешает забегать-то на касте перьев. Потому что одни и те же люди. Я не знаю, просто что-то очень сильно пробивало, то ли он лагает, цеплялся где-то. На нем было агро. На второй фазе. На нем было агро. Блин, кто контролит Гена по анонсе? У меня, блядь, пиздец. У меня столько ДПС теряет. Я, блядь, не бьёт, смотри.
Меня кидают на x1, а на x2 меня выкидывают с сервера. Это чё за х... А зачем ты выходила? Я не выходила, меня просто выкинуло и всё. Ну жди, там просто надо подождать немного. Лупа тоже не вставал. Меня просто выкинуло. Выйди, почисти кэш и зайди. Давай. Лайфхак от Сируса. Чё там по Монороту? До сих пор не зашёл? Что-то не верится. Ну, Монорот, вон он пишет, вообще на форум написал. Ждёт, видимо, пока ему ответят. О, тут этот Кевка появился. Доброе утро. Молчаливая сова, да. Удивительно. А когда он... Чё-то его не видно вообще. На прошлом поле. Прилетел. Бать, у него там... С соседнего леса. Тут сова вообще не бьет. А чё он, диспэрит или чё? Я не знаю. Не знаю, что делает Гевка. Видел один тайфун нормальный. Это был почему-то от Жноена. Там пока Настя не может зайти, я релогну роутер. Я тоже зайти не могу, но я не знаю. Полина. Хорош. Господи, запомни. Блядь, извиняюсь. Но сегодня для нас ты Настя. Нет, я не Настя. Я все-таки Полина. Ну, максимум Ксюша. Коника, по-моему, лучше не релогаться сейчас. Слишком поздно. Плохая идея, по-моему, очень. Не релогайся, ты видишь, что произошло со мной. Это еще как хорошо в бою. Конечно, помог. Была Полина, стала Настя. Не так надо. Что не релогайся. Слишком поздно. Завтра и Петя будет. Я говорю, я максимум Ксюша, но не... Да не ладно. Настя. Ладно, нет. Петя. Какой-нибудь Анфисы. Вот этот. Калат, блядь, дед, почему ты не забрал у меня с четвертой платформы, блядь, босса? Кислород зашел. Я пойду. Потому что Войд пришел ко мне и сказал мне забирать. Ты сказал Войду идти к тебе, а он не пошел. Нет, наоборот, Войд у тебя забирает. Он постоянно с рейдом находится, банально потому, что он дает лужу на рейд, которая дает ему, блядь, рейду резист. Он с рейдом постоянно должен, Войд, находиться. Я почему проносил, блядь, тебе забрать у меня? Потому что, блядь, я смещаюсь на рейд, и я могу сказать, где какой контроль можно дать и тому подобное. Потому что я с четвертой платформы нихуя же не вижу. Может, а если он... со всеми бегать и давать меня? Не может? И давай вам дополнительный сейф будет. Да при чем тут сейф? Тут не в сейве дело. Тут, блядь, нормально и так рейд живет. Единственное, что контроль мог бы ложиться анкил, блядь. Ни один хил не может подумать насчет того, чтобы, блядь, остаться подальше от рейда, блядь, и анкила хотя бы там похилить. Потому что когда рейд прибегает на третью платформу, дополнительно еще есть, блядь, три хила, которые хилят рейд. То есть один хил, блядь, типа Штор, Прости и Элбрила. Ну, Элбрил, естественно, в рейде. Типа Шторы или Прости могут немножко позади остаться рейда, блядь, и хилить анкила, чтобы он не сдох. Я не знаю, ребят. Соединение разорвано и все это. Что такое? На X1 заходит, причем автоматом. Здравствуйте. Здорово. У меня вот эта вот херня, то, что типа соединение разорвано, только несколько дней назад было. Ты что ты сделал? Ничего, само прошло. Да, смотри, эта херня у тебя пройдет сама на минут через 15.